Веселого праздника под названием «Встреча Нового года». Мы все любим очень новогодние праздники и целый день скучаем за ними. Верно? Да! И с нетерпением ждем приближения, с радостью планируем, как мы будем проводить эти веселые дни. Но больше всего я знаю, что вы любите этот праздник, поэтому мы постараемся сегодня провести его особенным образом. И самое первое выступление, встречи Нового года мы предоставляем нашим малышам, первому А-классу. Один новогодний выпускник. Класса с песней «Тик-так, тик-так, часы идут». Thank you.
гости бегут скорее, подгоняя время ход. Открывайте шире двери и впускайте Новый год. Дед Мороз садится в сани, поздравлять детей он станет. Всем подарки развезет, ведь приходит Новый год. Как он всюду успевает, этого никто не знает. Как он помнит адреса, это просто чудеса. Но я знаю, в Новый год обязательно придет Дед Мороз, и наши двери, просто в чудо надо верить. Добрый Дедушка Мороз, у меня есть к тебе вопрос. Как найти метель леса, где творятся чудеса? Где ты сам живешь? Скажи, теперь соль мне покажи. Мне ведь это неизвестно, а вот так вот интересно. Целый год мы не солили, стиль для дедушки учили. Очень рады мы с утра, Новый год пришел, ура! Мы поем, танцуем вместе, всем, что было интересно. Станем вместе в хоровод, дружно встретим Новый год. Нашего концерта. Новогодний номер от ученицы 2 А-класса Даши Лабейко и 3-го британского лицея Лешковой Эмилии и Никитиной Алисии.
The snow falls white as the mountain night, not a footprint to be seen. The kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like a swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be together, always have to be. Can't see, don't see you, don't let them know. Let it go, can't hold back anymore. Let it go, let it go. Turn and slam the door. I don't care what we're going to say. Let the storm rage on. Hope never bother me anyway. Потому что Новый год. На любой вопрос, который бы я ни задавала, вы не отвечаете. Потому что Новый год. Все услышали? Да! Итак, почему, собрав авоськи, в магазин наш поход? Потому что Новый год! Почему у всех под вечер поприбавилось забот? Потому что Новый год! Почему никто сегодня не планирует ремонт? Потому что Новый год! Почему друг другу каждый шуткой поздравления шлет? Потому что Новый год! Молодцы! Здорово! А я сейчас хочу пригласить сюда второй А-класс для стихотворного поздравления. Поприветствуем!